предыдущей серии. Поиск дорожных камер. Цель обнаружена. Черный фургон проехал по мосту Чулсен 5 минут назад. Молодец, Икс. Вот он, я его вижу. Сзади! О. Все кончено. Сдавайся. За тобой гонится полиция. А, понимаю. А как тебе такое? А, что происходит? Эти полицейские машины в моих руках. Пора поиграть. Райан, Кори! Папа! Я хочу кое-что показать. Зеро, передай эти слова детишкам, используя голос их дорогого папочки. Нет! Нет! Райан, Кори, езжайте по 7-й авеню до границы города. Вы увидите автомобильный завод. Быстрее, меня заперли здесь, мне нужна ваша помощь. А? Забудь все, что было прежде, потому что теперь все изменилось. Я не остановлюсь, пока мои автомобили не окажутся в каждой семье на свете. Вперед, Икс! Осторожно! Выстрел зеленой энергией. А? Энергия закончилась! О! А, папа! Мальчики! А? О, нет! Лимо, уходи оттуда! Нет! Райан, ты не ранен? А? А где папа? Райан, Кори. Папа! Зеро! Главная задача – спасти хозяина. Да, получилось! Я раскрыла дело! Лимо, ты не настолько плохой человек. Все кончено. Поехали домой. Да! Тобо! Случилась неприятность, но мы готовы. Нас не пугает неизвестная опасность. И враг суровый. У нас есть сила и есть ключи. И наших роботов лишь нужно включить. Да, правды вперед! Тобот. Близнецы Турбо! Я веду репортаж с места, где всего несколько часов назад находился автомобильный завод Бурунг Моторс. Быстрее! Пить хочу! О, вода! Ну же, ну же! Полиция перекрыла район. Все на штаны пролил. Будучи простым очевидцем, я требую закрыть этот завод навсегда! Как видите, граждане очень недовольны. Послушаем, что... А? Это лучшая возможность. Я должен получить зарплату до прибытия полиции. Это за прошлый месяц, это за текущий, а это... Это тяжелое... А? Полагаю, вы стоите за инцидентом на заводе Бурунг Моторс? Нет, я... Расслабьтесь, не нужно отрицать. Меня зовут Акни. Я следила за вашими проделками по телевизору и должна сказать, что ваш робот производит впечатление. Шедевр инженерной мысли. Я бы хотела купить программное обеспечение, используемое в Тоботе Зеро. Вы меня слушаете? Да, слушаю, мэм. Хорошо, но оно не дешевое. Мне все равно. Деньги не имеют значения. Просто назовите цену. Назвать цену? 200? 300? Или это слишком?
Почему бы и нет? 300! 300? Но вы должны понять... Договорились. 300 миллионов. Миллионов? Да! Ура! Папа вернулся! Он вернулся, он вернулся! С возвращением, пап. Да, поддерживаю. Мальчики, я вами горжусь. Нет, правда, вы превзошли все мои ожидания. Нужно давать вам больше поручений. О, похоже, я поторопился. Да. Ладно, давайте приберемся. Сейчас? Да, сейчас. Сходите за щеткой. Когда закончите, приготовлю вам начос. Идет? Ура! Начос! Отлично! Чтение файлов. Это самый последний. Открываю файлы с искусственным интеллектом Тобота Зеро. Идет копирование файлов. Отлично. Как только копирование завершится, я переведу деньги на ваш счет. Теперь я богат! Один из файлов поврежден. Мистер Дилук, вы пытаетесь обмануть меня? Нет! Эй, от тебя никакого толку! О, извини. Давай закончим поскорее и поедим начос! Кори! Что это? Новый токи-ключ? Мистер Дилук, не пытайтесь обмануть меня. Нет, позвольте поискать. Должна же быть копия. Зеро был серьезным проектом. Возможно, будет проще, если вы отдадите мне самого робота. Я бы с радостью, но он развалился. Я в курсе. Как и в курсе существования двух других роботов, в которых используется та же система, что и в Зеро. Ух ты! Класс! Я считал токи-ключи классными, но эти штуки гораздо круче. Как они включаются? Я знаю как! Стой! Вдруг это небезопасно? Доверься мне! Что может пойти не так? Ух ты! Видишь? Без проблем! Что я говорил? Ошибка, ошибка, ошибка! Отказ системы! Ребята, начос готовы. О, нет! Послушай, мне пора бежать. Бежать? Ты сказал бежать? Я побегу! Идемте, ребята. Начос остынут. Я побегу, пора бежать, я убегу! Он убегает. Икс, за ним. Игрек бежит на скорости, которую мне не развить. Это невозможно. Должны же мы его остановить. Соединимся. Вызываю Игрека. Не получается. Икс, можешь подсоединиться к его порту данных? Устанавливаю соединение. Не удалось. Невозможно принять сигнал. Система Игрека не функционирует. Я должен бежать! О, нет! Он абсолютно неуправляемый! Мне нужно бежать! Но я не знаю, куда! Предлагаю последнее средство. Запрашиваю трансформацию, Райан. Но мой ключ дома! Воспользуйся смарт-ключом. Ни за что! Из-за него и возникла неприятность. Я могу исправить ошибку. Я удалю старую систему до установки новой. Вставь смарт-ключ через 10 секунд. Отсчет пошел. 10, 9... Осторожно! 3, 2, 1... Тобот Икс! Трансформация! Икс? Тобот Икс, распознавание смарт-ключа. Ого! Я бегу! Все еще бегу! Но Игрек сейчас такой быстрый, Икс догонит его. Может, с новым смарт-ключом и Икс станет быстрее? Что скажешь, Икс? Максимальная скорость прежняя. Зафиксировано увеличение мощности, увеличение зеленой энергии на 35, 65, 100%! Икс стал мощнее! Жду приказа Райана. Так, поймай Игрека! Протоновая пушка! Зеленый захват! Ой, пора бежать! Огонь! К дальним границам галактики! Или нет? Ух ты!
Нам известно, что они были замечены здесь, здесь и здесь. Ходят слухи о других появлениях. Но где они прячутся сейчас? Эй, что за шум, а драки нет? Кто вы? Что вам нужно? Мистер Дилок, эти байкер-боты помогут вам поймать тоботов. Используйте их по своему усмотрению и доставьте мне тоботов в течение 30 дней. Запомните мои слова. По истечении 30 дней сделка отменяется. Месяц? Отпустите, я должен бежать! Пап, прости нас. Система смарт-ключ функционирует. Удаляю старую систему. Я рад, что никто не пострадал. Но вы должны понять, я считал, что вы будете вести себя ответственно. Тоботы не игрушки. Если вести себя небрежно, они могут быть очень опасными. Теперь мы знаем, пап. Ладно, вы опробовали новые функции, без моего разрешения, зная, что они еще не испытаны. Ну, что скажете? Рад слышать. Отлично, отведаем холодных начос. Да, холодные начос! Позже я покажу вам новые... Нет, еще рано! Нет! Тобот Титан! Ух ты! О, боже! Я собирался рассказать вам в свое время. Благодаря вашим новым смарт-ключам, X и Y могут объединяться в гибрид. Ух ты! Как и старые ключи, смарт-ключи могут запускать трансформацию. В дополнение к этому здесь есть видеозвонки. Мы всегда на связи. И еще встроенная система навигации. Можно также следить за показателями, а значит, вы отвечаете за все. Но самое главное, объединяясь, X и Y создают тобота Титана. Класс! И кто же будет управлять этим гибридом? Это просто. Вы оба. Оба? А зачем объединять двух тоботов в одного? То есть как это зачем? Выигрыши все. Объединяя двух тоботов, вы увеличиваете мощность и уменьшаете уязвимость. Это же здорово! Но тобота Y достаточно, верно? Я тобот Титан. Комбинация X и Y. X очень мощный робот, а Y очень быстрый. Я же обладаю и их силой, и их скоростью. В тебе есть тобот Y, а значит, ты мой. Я выполняю приказы вас обоих. Но кого ты любишь больше, меня или Райна? Добро пожаловать в Дейдомарт. Сегодня и только сегодня вы приглашаетесь на грандиозное открытие. Все товары с красными ценниками со скидкой 30%. Не упустите свой шанс. Слышите? Запомните этот звук! А ты, нигде бы вы ни были, услышав его, возвращайтесь сюда и ждите приказа, ясно? Да, ясно. Следующие 30 дней я ваш босс, понятно? Конечно, да. Босс. Да, босс. Очень хорошо. И будучи вашим боссом, отдаю первый приказ. Доставьте мне тоботов! Сейчас же! Эй, босс, где найти этих тоботов? Вы тоже не знаете? Значит, у нас проблема. А поискать не можете? А потом... Поднимите суматоху, и они появятся. Как всегда. Наконец-то поменяла купоны. На этот раз ничто не встанет между мной и моей курицей. Эй, ты! Нет! Мои купоны! Ну, берегитесь, вы не с тем офицером связались. Ура! Дейдомарт, народ, пошумим? Мы с радостью представляем вам живое выступление. Что происходит? В пустыне Калахари начинается засуха и смышленые сурикаты. Срочная новость. Группа мотоциклистов стала причиной хаоса у Дейда Марта. Наш репортер уже был на месте события. Нужно помочь! Владелец Дейда Марта заявляет... Стойте! Вы куда собрались? К Дейду Марту! Ну уж нет. О, да брось, пап! Долг зовет! Они должны защищать нас! Райан, быстрее! Времени мало! Кори, папа не собирался превращать нас в борцов с преступностью. Мы не обязаны спасать всех. Выходите и деритесь, тоботы! Ну, пап!
Топо! Я понимаю, вы привыкли пользоваться тоботами, но теперь я дома, и это прекратится. Но мы нужны им! Послушай, Кори, не переживай ты так. Полиция, без сомнения, справится с ситуацией. О, еще и линзу потеряла. О, мой телефон! Я должна вызвать тоботов! Точно, тоботы! Долли, отличная мысль, как обычно. Вы знаете их номер? Да, кто-нибудь одолжит мне телефон. Вот. Но, папа, у нас есть тоботы. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как люди страдают. Это не ваша проблема. Ты сам говорил, что тоботы должны всех защищать. Вы не супергерои. Мир опасен. Тоботы, спасите! О, Долли, спасите ее кто-нибудь! Где эти роботы? Папа! Ну ладно. Вперед! Отлично! Сделай одолжение. Покричи погромче вон для той камеры. Размечтался, мистер! Когда прибудут тоботы, это ты будешь кричать! На, получи! О! Ах ты... Ой! А? Что? Наконец-то! Ха-ха-ха! Так и знал! Я так и знал, что прибудут! Я такой гений! Отлично! Бакерботы, активация! Готовы? Активация! Игрик, в атаку! Вас понял! Пора не пора, иду со двора! Кия, кия! Дыш! Ты дыш! Я здесь! Ю-ху! То-то же! Икс! Покажем им, кто здесь главный! Конечно же, это ты! Хатыщ, тыдыщ, я всем вам покажу! Ой! Здорово! Ай! Долли! Мамочка! Ура! Ура! Так! Вперед! Вперед! Центральная, ответьте! Боже, их еще больше! Эй, так нечестно! Продолжайте! Уложите их обоих! Выстрел зеленой энергией! Их слишком много! Я не переживаю, у нас есть тоботы! А? Это сигнал вызова? А? Что они делают? А ты нигде бы вы ни были, услышав его, возвращайтесь сюда и ждите приказа, ясно? Нет, стойте! Вы не так поняли! Не возвращайтесь сюда! Схватите их! Ура! Молодцы! Кажется, на сегодня хватит. Да! Ура! Банда мотоциклистов наконец-то уехала отсюда. В городе вновь безопасно. Благодаря роботам. Тоботам! Эти роботы называются тоботами! Ура, тоботам, ура! Ура, да! Ты дыщ! Игрик дрался так здорово! Я за его ногами следить не успевал! Успокойся, Кори, помой его. Он твой тобот, верно? А значит, ты должен ухаживать за ним. Понял! Пап, как думаешь, почему байкеры хотели испортить мероприятие? Это же очевидно! Они банда байкеров! Они вечно все портят! Да, возможно. Но эти ребята словно знали нас. Словно ждали, пока мы там окажемся. Ха, опять ты переживаешь. Они же трусы. Они нас испугались. Тоботы X и Y непобедимы, ясно? Нам даже не пришлось активировать Титана. Меньше болтовни, больше мытья. Ха, так точно, сэр. Вы меня подвели! Вы что, не отличаете мой сигнал от сирены? Это мой. Это сирена! Совершенно разные! Я вам плачу не за ошибки! Мистер Дилок! И чтобы преподать вам урок, эй, я собираюсь... Мистер Дилок, прошел один день, а результатов нет! А, видите ли, я не виноват в случившемся! У меня глаза повсюду. Похоже, тоботы стали еще сильнее, чем прежде. Но это хорошо, очень хорошо. Ведь вскоре они будут моими, мистер Дилок. А теперь... Выгляньте за дверь. А? Разве вы не понимаете? Настоящая битва еще только начинается. В следующей серии. Та-дам!
Что? И разместила кучу фоток. Смотрите. Эй, а это кто? Один из байкеров. Похоже, шпионит за нами. Кажется, понял. Акбот, трансформация! Точно. Наконец-то получилось. Хорошо. Время действовать. Свежие новости. Банда байкеров, устроивших хаос у Дейда Марта, вновь вернулась в центральный район и стала причиной паники. Граждане ждут помощи от местных героев. Байкер-боты, какие новости? Никаких. Смотрите, тоботы! А? Отлично! Заманите их сюда! Как скажете. Тобот Икс, Игрек, в атаку! Так точно! Вперед! Вперед, парни! Что? За ними! Ну же, быстрее! Что? Все идет по плану! Тоботы! Икс и Игрек! Интеграция! Тобот! Титан! Вперед, Титан! Титан! Хорошо! Верно! Моя очередь! Я победил! Я доставлю этого тобота Акне! Что? Не может быть! Он тоже умеет трансформироваться! Это необычная банда байкеров.